Не доезжая улицы Черемуховой, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель премио догнал водителя Nissan Куб. Два водителя из Средней Азии встретились на русской земле в японских автомобилях. Комментировать ситуацию оба мужчины отказались. А зачем надо? Ну, расскажи нам, как авария произошла. Стоит отметить, что повреждения в результате столкновения машины получили незначительные. Водители, разумно полагая, что не стоит раздувать из этого серьезный конфликт, вызвали на место происшествия аварийных комиссаров. Спустя несколько минут авто убрали с проезжей части в более безопасное место, где и продолжили составлять европротокол.